Хочешь красивые клумбы весной – готовь их с осени. Химкинский комбинат по благоустройству и озеленению начал подготовку городских улиц к следующему сезону цветения. Прямо сейчас перед администрацией ведутся работы по высадке цветов. Клумбы – это тюльпаны. И вот здесь передо мной в ящиках находятся луковицы. Вот, например, из этой к маю месяцу распустится большой и красный тюльпан сорта Red Power. А еще белые, желтые и фиолетовые бутоны разных сортов поднимутся из земли. Только на этих двух клумбах расцветет больше 25 тысяч саженцев. Всего в городе появится 27 цветников. Для них заготовили более 200 тысяч растений. Над каждым рисунком, который проявится на клумбах по весне, работал ландшафтный дизайнер. Теперь эти проекты воплощают в жизнь. Работу проводят в несколько этапов. Перекапывают почву, специальными лопатами-сажалками делают отверстия под диаметр луковицы и опускают саженец в лунку. На клумбах ведутся у нас работы по высадке тюльпанов, чтобы весной наши жители радовались. Конечно, мы после зимы все страдаем, нету никаких цветов, нету радости в жизни. А тут сразу же у нас раз, тюльпанчики красиво, и все довольны, все счастливы. Решать, где должны появиться цветы, могут и сами жители Химок, в том числе с помощью голосования на портале «Добродел». При благоустройстве территории, естественно, в первую очередь выделяются те места, которые подлежат благоустройству. Это газонные клумбы городского округа Химки. Но в то же время мы учитываем мнение жителей, которые они высказывают на различных площадках. Это как Добродел, это социальные сети компаний, которые обслуживают территорию, это также форумы администрации. Поэтому жители могут высказать любое свое мнение, и мы его учтем при благоустройстве. Луковицы высаживают на глубину 15-20 сантиметров. После окончания работ землю укроют 5-сантиметровым слоем древесной щепы. Так луковицы удастся сохранить от холодов и непогоды. Ну а весной пестрый ковер из тюльпанов расцветет в Химках на 2500 квадратных метров.